Сельдевая акула, или же, как ее еще называют, лампа, эта акула получила свое название благодаря своей способности охотиться на большие стаи сельдевых рыб, которые являются ее основным источником питания. Сельдевые акулы являются мигрирующими акулами и обычно встречаются в холодных водах у побережья Америки и Европы. Они предпочитают находиться на глубине до 200-300 метров, но могут нырять еще глубже. Эти акулы обычно плавают в стаях по 10-15 особей и охотятся на большие стаи рыбы, в частности сельдевую рыбу, такую как сардины, тунец, сельдь, макрель. Несмотря на всю свою хищность, эта акула редко представляет угрозу для людей и обычно избегает контакта с ними. Понравилось видео? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал.